Аминь! Это здорово! Спасибо за праздник! Спасибо за праздник. Спасибо за праздник. Спасибо за праздник. Что обогрело вашу душу? Что, может, восхитило вас? Да, что было радостно послушать? Да. Как настроение сейчас? Хорошее. Хорошее настроение? Настроение ликующее, такое радостное, счастливое. Это так здорово вместе прожить такими удивительными капелями. Это волшебная музыка весенняя. Она прямо так наполнила все такой радостью, таким восторгом. Спасибо огромное. Мы же постоянно ликующе звенели, поэтому настроение такое звенящее и ликующее. Очень радостно было послушать музыку, которая благодаря своим аранжировкам удивительно талантливым, ярким, незабываемым дарит объединение всех сторон света вообще в любви к главному, самому лучшему. Обогрела душу вот эта совместная деятельность, совместный звон капели вместе с детьми и взрослыми. Как красиво и здорово получалось у нас, у всех, у каждого. Мне понравилось, как видеть, как и так здорово было пожить именно в сказке. Здесь не явление весны. Вместе разучить роль капели. Ну что? Такое единение, деток, взрослых, родителей. Просто вот волшебный такой зажигательный праздник. Спасибо большое. Обогрела душу атмосфера праздника, такая взаимослаженная, очень искренняя. Восхитило, как за короткое время можно делать такие прекрасные танцы весенние. Да, удивительные танцы. Потому что музыка такая удивительная, да, она прям как вдохновляла именно вот танцевать созвучие с ней. Восхищает эта атмосфера общей дружбы, настроение весеннее. И преображение всех, улыбки стали ярче, радости. Солнышко вышло, заметили? Солнышко вышло. Да, мне понравилось, как мы танцевали.